Друзья мои, я хочу вспомнить сегодня не только 8 марта и 23 февраля. Я хочу вспомнить сегодня 15 февраля. Вывод войск из Афганистана. Сегодня здесь сидят мои друзья. Вот Фарид. Фаридка. Он там был. Он все это знает. Вот Витя. Тоже там был. За этих парней, за всех нас и в память о замечательном исполнителе и авторе Василии Чучневе. Мы его потеряли 11 лет назад, но он написал эту песню. Она называется «Ханум». «Ханум» по-афгански – это женщина. А еще будет там такое слово «дувал». «Дувал» – это, ну, несколько таких строений, но никак на Рублевке. Вот, обнесенных таким глинобитным тоже забором. Дувал. Ну вот, просто те, кто не знает значение этих слов. Ханум! Плывет ханум, как будто лодка в реке, но не дает глаза взглянуть паранджа. И я считаю лишь следы на песке. И всякий раз, когда стою на посту, украдкой вглядываюсь в ближний дувал, куда глазами провожаю я ту, который сразу бы полцарства отдал. Ханум, как густо время текло, ханум, немало лет уж прошло, ханум, осталось в царстве теней, ханум, но как забыть мне о ней? Мне тогда быть ханжой, встречать в Дувале дом ее красоту и любоваться всем, что под паранджой, а не стоять, как истукан на посту. Я представлял в заморских явствах столы, пируют с нами и друзья, и гамбан. Неожиданные вопли мулы напоминали мне, что я лишь солдат. Ханум, как густо время текло, ханум, немало лет уж прошло, ханум, осталось в царстве теней, ханум, но как забыть мне о ней? Промчались годы, хоть и густо текли. Ханум в Кабуле, я не молод уже. Давно не слышу забывания мулы. Давно не вижу силуэт паранджи. Но часто снится мне ночами дувал. А я, как прежде там, стою на посту. Но как бы на везение не